реально считаешь, что Путин сошел с ума? У нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским. И есть все основания помогать, в том числе и с помощью вооруженных сил, тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим, так же, как своей культурой и своими традициями. Я, наверное, просто тогда, как человек, надеюсь, разумный, не могу в это поверить просто. Ну, потому что это какая-то несуразица.